Это даже не новость, это из разряда вещей само собой разумеющихся. Вышла демо-версия Tomb Raider 4, скоро будет сама игра. Кому-нибудь интересно? Естественно, фаны есть, и они воспримут эту новость с огромным удовольствием. Еще бы, гигантское приключение в Египте, мумии, саркофаги и фараоны, экзотики хоть отбавляй. А что касается конкретики, то это улучшенный и подправленный движок, где еще больше полигонов на Лару Крофт, мотоцикл с коляской и возможность цеплять фонарик на ружье. Подробнее в следующем номере газеты «Мегахит».